Это программа «Обратная связь». Здравствуйте. Как всегда, мы работаем в прямом эфире. В студии сегодня Александр Сдвижков. И, как всегда, в это время мы обсуждаем актуальные темы жизни нашего региона и жизни нашего Оренбуржья. И сегодня хотелось бы поговорить о предстоящем праздновании Дня Победы. Поговорим мы об этом с нашим гостем студии, конечно же. Сегодня вместе с нами Дмитрий Кулагин, вице-губернатор, заместитель председателя правительства Оренбургской области, руководитель аппарата губернатора и правительства Оренбургской области и руководитель организационной группы по празднованию Дня Победы. Добрый вечер, Дмитрий Владимирович. Добрый вечер. Спасибо, что согласились, что нашли время для встречи с нами, с нашими телезрителями. Знаю, что время сейчас у вас напряженное, идут репетиции Парада Победы буквально вот эти несколько дней. Ну, однако, тем не менее, время для встречи с нашими телезрителями Дмитрий Владимирович нашел. И вот, коли уж мы говорим о праздновании Дня Победы, хотел бы предложить вам тему нашего интерактивного голосования. Сохраните память о Великой Отечественной помогут. Мемориалы, воспитание, в том числе патриотическое воспитание, воспитание в семье, в школе, или же искусство, произведение искусства, фильмы, литературы. Литературу, книги о войне. Телефон для голосования увидите на своих экранах. Звоните, нам действительно интересно и важно ваше мнение. Дмитрий Владимирович, ну, как я уже сказал нашим телезрителям, уже идут первые репетиции Парада Победы. Город преображается, есть у нас уже первое, в общем-то, украшение, да, что называется. Предлагаю посмотреть небольшой видеофрагмент. Записали интервью с главным художником города Оренбурга и приступим к обсуждению темы. Праздник и организация всех мероприятий, она, конечно, нацелена на то, чтобы мы с вами помнили, чтобы патриотическая, так скажем, составляющая каждого мероприятия, в том числе и визуальный какой-то контакт с горожанами и со зрителями существовал, чтобы это было проникновенно, а не как-то банально. У нас была и тема «Дети войны», у нас были и маршалы Победы, а сегодня, вот в этом году, родилась тема «Женщины войны». Это наши герои, это наши женщины, которые прошли все эти страшные годы. И мы их решили показать вот такими молодыми. Кроме баннеров 3x6, у нас будет серия сити-форматов, мы их называем, а также поздравительные плакаты, которые будут размещаться на входных группах. На атриуме у нас, ну так мы его называем, в центре на улице Советской размещаются у нас плакаты. Как раз они посвящены маршалам Победы. На другой половине, на ограждении, это плакаты известных художников, посвященные теме Отечественной войны. Ну и, конечно, не можем обойтись без мягкого оформления. Это, конечно, флаги. Вот так мы его называем, мягкое оформление. Порядка 320 новых флагов, которые будут украшать все центральные магистрали, основные въезды в город. Это программа «Обратная связь». Сегодня мы говорим о подготовке к празднованию Дня Победы. Не напоминаю, телефон нашей студии 43-45-07. Звоните, задавайте вопросы в прямом эфире нашему гостю. Сегодня вместе с нами Дмитрий Кулагин, вице-губернатор, заместитель председателя правительства Оренбургской области. Дмитрий Владимирович, ну, достаточно интересная, на мой взгляд, концепция оформления Оренбурга. Не было, наверное, такого у нас еще, в общем-то, в городе. В целом, как область готовится вот к этой знаменательной дате? Добрый вечер, уважаемые оренбуржцы. Я не ошибусь, если скажу, что День Победы – это все-таки наш главный государственный праздник. Да, у нас есть День России, День народного единства, который тоже очень широко отмечается. У нас есть любимые домашние праздники, там, новогодний праздник, 8 марта. Но вот у Дня Победы какая-то особая душа, у Дня Победы особый настрой. День Победы – это день, который сплачивает наше великое прошлое, наше настоящее, и заставляет нас по-особому смотреть в будущее. Потому что невозможно жить только гордясь победами предыдущих поколений, тех, кто подарил нам мирное небо, кто выиграл эту страшную войну. Надо, сберегая память, думать о том, как не подвести старшее поколение, как укреплять могущество страны, как не допустить повторения новых кровопролитных войн. И этот праздник является, ну, я не знаю, некой такой сплачивающей датой. Вот лично я всегда с особым трепетом жду этого праздника, не только как организатор. Понятное дело, что
на наших плечах особая ответственность, потому что на проведение мероприятий, на оформление городов, в целом на систему патриотического воспитания смотрят и молодые, и люди старшего поколения. Я еще какой-то особый подъем чувствую этого праздника, как внук ветерана Великой Отечественной войны. И когда я вот прохожу в рядах бессмертного полка вместе со своими детьми, неся портрет дедушки своего, вот действительно чувствуешь себя вот какой-то частичкой вот мощной силы. На мой взгляд, он, в общем-то, и объединяет День России, День народного единства вот в один день, в общем-то, сплачивает. Да, да, да. Вот. Поэтому подготовка, она, собственно говоря, не сводится только вот к каким-то конкретным дням в преддверии Дня Победы. Да? Города, села, они особо украшиваются в преддверии праздника. Особая, скажем так, агитационная присутствует, нить, нерв агитационно особый. Но самое главное, к Дню Победы надо готовиться все 365 дней. Это системная работа с подрастающим поколением. Вот сегодня вопросы интерактивного голосования. Вот я бы сразу ответил на эти вопросы. Все должно быть, все должно присутствовать и воспитание. И искусство, литература, кинофильмы и сохранение уважительного отношения к мемориалам. И, конечно, все это должно быть объединено единой государственной политикой, потому что государство именно должно стоять во главе. Тогда и в семьях будут с особым таким трепетом относиться к сохранению истории, и деятели искусства будут уделять этому особое внимание. Все-таки лидирующая роль за государством. У нас в Оренбургской области вся работа по подготовке к празднику проходит под патронажем лично губернатора области Юрия Александровича Берга, потому что наш губернатор уделяет особое внимание заботе о поколении победителей. Особое внимание у ребятишек, которые сейчас растут, потому что разрывать поколение нельзя, мы единый народ, мы единая нация. И у нас в каждом муниципалитете созданы организационные комитеты, у нас в Оренбургской области, соответственно, постоянно действующий организационный комитет координирует эту работу. И скажу, что мы постарались уделить внимание всем направлениям деятельности. Конечно, вот о чем говорила уважаемый художник нашего города, это оформление. Праздничное оформление улиц наших городов и сел, не только города Оренбурга. Да, наша столица – это концентрация мест проведения торжественных мероприятий. Но другие муниципалитеты тоже праздник должны почувствовать все. Даже в маленьком далеком селе должны принять участие в праздновании, в проведении мероприятий. Это, конечно же, огромная работа с ребятишками. И план, календарь вот этих замечательных мероприятий включает в себя прекрасные мероприятия, допустим, «Вальс Победы», который 5 числа в 11 часов пройдет у нас не только в Оренбурге, а по всей территории Оренбургской области. Это клятва юноармейцев, которая тоже 5-го состоится в парке «Салют Победы» в 16:30. Вообще, если я начну перечислять весь мероприятийный ряд, то это как раз весь наш эфир на это и уйдет. Ну и, конечно, 8 и 9 мая – это наши главные уже традиционные мероприятия, возложение цветов 8 мая в 10 часов, начиная с Вечного огня на проспекте Победы. И, конечно же, 9 мая в 10 часов на площади Ленина прохождение военнослужащих Оренбургского гарнизона и театрализованное представление, которое будет посвящено в первую очередь для ветеранов Великой Отечественной войны, для тружеников тыла, которые займут почетные места на площади Ленина. Ну, какая-то подготовка уже к параду уже ведется, да, уже идут репетиции? Да, конечно. То, что касается прохождения воинских частей и формирований, то у нас уже состоялось несколько репетиций, они не на площади Ленина еще были. Это были пока как бы вот сбивки, спевки, слаживание личного состава на территории военных частей. То есть пока это еще эти репетиции горожане наши не видели. Но вот уже завтра начнется первая репетиция на площади Ленина. И традиционно 8 мая будет сдача парада, уже когда все военнослужащие придут в парадном обмундировании. И я знаю, что даже на репетиции приходит огромное количество горожан посмотреть на вот репетиционные моменты. То есть, 9-го уже непосредственно прохождение. Что-то новенькое увидим на параде? Будут какие-то новинки? Вы знаете, во-первых, увеличилось количество военнослужащих и
курсантов военно-патриотических школ. У нас только Министерство образования ребят, которые проходят учебу в военно-патриотических школах, выставляет 5 коробок учащихся средних профессиональных училищ. То есть такого еще не было. Это большое количество ребят. У нас увеличится количество кадетов и президентского кадетского училища, и нашего областного кадетского училища. Их будет больше. У нас практически все воинские части и силовые структуры выставляют свои парадные коробки. То есть это Федеральная служба исполнения наказаний, это и Управление Министерства внутренних дел, это и казачество. Поэтому на этот раз парад будет отличаться большим количеством военнослужащих, стоящих в строю. Ну и, конечно, традиционно театрализованное представление. Наши творческие коллективы каждый год какую-то вот особую изюминку дарят ветеранам Великой Отечественной войны. Поэтому будет интересно. Ну и предприятия же охотно откликаются, да? То есть выставляют какие-то свои... Конечно. Ведь у нас же не только площадь Ленина будет являться площадкой. Это главная площадка. Но я хотел бы пригласить оренбуржцев и поучаствовать в работе площадок на проспекте Победы. Они практически в течение всего дня будут работать, и завершится это все акция «Бессмертный полк». И начало движения от Вечного огня на проспекте Победы 9 мая в 19:00. Я бы хотел пригласить оренбуржцев традиционно в парк «Салют Победы». Вот он у нас и так не пустует, но 9 мая он просто... Ну, не знаю, разрывается от количества горожан и гостей там нашего тоже города. Тоже же проходит, конечно, полевые кухни работают. 5 числа у нас начнется акция вечером «Лето в парке». И посвящена она будет как раз Дню Победы. Поэтому поучаствовать в мероприятиях, отдохнуть, вот действительно почествовать ветеранов и в Оренбурге, и в других городах есть где. С удовольствием приглашаю, приходите. Действительно, это очень интересное мероприятие. Но я, в свою очередь, хочу напомнить, что Парад Победы и акция «Бессмертный полк», и, в общем-то, концерт большой, который будет проходить 9 мая, можно будет посмотреть на нашем телеканале в прямом эфире. Если уж у кого не получится прийти, то обязательно включайте наш телеканал ОРТ «Планета». У нас есть первый телефонный звонок. Давайте послушаем телезрителя. Добрый вечер. Здравствуйте. Представьте, пожалуйста, откуда вы звоните? Меня зовут Маргарита, я звоню из Оренбурга. Вот у меня такой вопрос. Одной из самых таких трогательных частей каждого 9 мая является именно вот это вот присутствие ветеранов, да, на главной площади городской. Это все так мило, они все такие красивые, в медалях, все на них глядя пускают скупую слезу и говорят им слова благодарности. Но дело в том, что все же мы не молодеем. И скоро они по естественным причинам на эту площадь выходить не будут. Вот это каким-то образом повлияет на проведение вообще вот этих всех праздничных мероприятий? Как будет видоизменяться наш парад 9 мая там, в ближайшие там, 5 лет? Спасибо, Маргарита. Ну, вот такой вопрос на перспективу. Ну и в целом я бы хотел тоже задать вопрос, как вот ветеранов, да, вот, привозят на парад Победы? То есть, наверное, какие-то специальные работы тоже по этому поводу проводятся? Ну, Маргарита, спасибо вам большое за вопрос. Действительно, к сожалению, время неумолимо. И вот если посмотреть просто на статистику, давайте вспомним, у нас оренбуржцев на войну, на Великую Отечественную войну ушло 400, ну я округляю немножко, 410 тысяч наших земляков. 190 тысяч не вернулось, то есть практически половина. Но более 200 тысяч прошли дорогами Великой Отечественной войны и вернулось. Вот сейчас у нас, вдумайтесь в эти цифры, живых участников Великой Отечественной войны, участников, инвалидов Великой Отечественной войны, 1322 человека. Причем мы понимаем, что возраст у ветеранов уже достаточно серьезный, это за 90, под 90 лет. И, конечно, многим из них уже здоровье не позволяет прийти даже на праздничные мероприятия, к сожалению, увы. И мне в первую очередь хочется им искренне пожелать крепкого здоровья и подольше оставаться вот вместе с нами. Потому что просто пообщаться, посмотреть на живого участника той страшной войны – это уже потрясающие силы впечатления. А то, что касается присутствия на трибунах, не только участники Великой Отечественной войны присутствуют. Я уже сказал, что они даже по состоянию здоровья не все смогут прийти. Присутствуют труженики тыла, присутствуют дети войны, присутствуют те, кто после войны восстанавливал разрушенное, те, кто поднимал целину. То есть мы
при приглашении гостей на трибуну, на гостевую трибуну, подчеркну, что там на местах, вот в креслах находятся исключительно лица, наши сограждане, земляки, которые особый вклад внесли не только в победу. Возраст уже у многих действительно большой. Внесли те, кто служил в вооруженных силах, являются ветеранами службы в армии. Те, кто прошли дорогами Афганистана. Те, кто прославляли нашу область, когда возводились крупнейшие предприятия промышленные, сельхозяйственные. Поэтому как бы не будем загадывать вперед. Давайте пожелаем, чтобы подольше жили те наши земляки, которые прошли дорогами войны. Но здесь будет работать система преемственности поколений. Со временем на трибуну будут уже подниматься те, кто вот достиг старшего возраста, и те, кто действительно внесли вот свой вклад в укрепление социально-экономического развития Оренбургской области. Очень. Поэтому эта трибуна пустовать не будет никогда. Вот об этом я хотел сказать, как раз, что трибуны на параде Победы не будут пустыми. Давайте прервемся на короткую рекламу и продолжим потом обсуждение нашей темы. Программа «Обратная связь». Мы продолжаем. Сегодня говорим о подготовке к празднованию Дню Победы в Оренбургской области. И напоминаю тему нашего интерактива. Как вы считаете, что поможет сохранить память о Великой Отечественной войне, о подвиге нашего народа? Мемориалы, воспитание, в том числе патриотическое воспитание, воспитание в школах, в семьях, или же искусство, произведения искусства, кинофильмы, литература, какие-то художественные произведения. Дмитрий Владимирович, у нас есть телефонный звонок. Давайте послушаем. Телезритель дозвонился во время рекламы. Здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте. Представьте, пожалуйста, откуда вы звоните нам? Уважаемый редактор, спасибо за предоставленную возможность задать вопрос Дмитрию Владимировичу. Представьте, пожалуйста, как вас зовут? Дмитрий Владимирович, здравствуйте. Меня зовут Александр Романович, город Оренбург. Вы сейчас совершенно правильно, Дмитрий Владимирович, сказали, что это священный праздник. Праздник Победы, праздник 9 мая, праздник всего, так сказать, вот нашего российского, наверное, не только российского народа. Я бы хотел еще вот обратить внимание на сегодня на то, что всякий праздник, он, так сказать, украшается. Вот. Но сегодня у нас центр города Оренбурга, за исключением площади Ленина, выглядит в плачевном состоянии. Мне, конечно, извините вот за такое сравнение, но действительно, идя по улице Советской, где было много, так сказать, госпиталей, вот, где связано с историей, так сказать, с историей Победы, но она сегодня не украшена. Вот эта вот брусчатка полуразбитая там, никакого ремонта толком не сделано. Вот. И она как-то влияет, так сказать, вот, на праздничное настроение. Спасибо. Спасибо за вопрос. Ну, в общем-то, мы говорили несколько минут назад о том, что оформление города начинается, да, и, может быть, состояние вот исторических зданий несколько не удовлетворяет наших телезрителей. Работа поэтому ведется, по этому направлению. Да, во-первых, спасибо большое за вопрос. Спасибо большое за то, что вы неравнодушный человек, за то, что вы на все обращаете внимание. Ну, наверное, действительно, идеала еще далеко, чтобы полностью во всех наших вопросах навести порядок. Согласен. Тем более, что у нас в этом году, вы видите, весна подзатянулась, достаточно холодная. Достаточно поздно начали, да, в общем-то, город приводить в порядок. И поэтому, конечно, после зимы, так или иначе, где-то и плитка вылетела, где-то и здание могло обшелушиться. Да. Признаю. Но сейчас все силы городского хозяйства брошены на то, чтобы максимально город к празднику привести в порядок. Вы видите, и разметка на улицах наносится, и дорожный ремонт начался, и на Советской, все-таки посмотрите повнимательнее, я вот сам прохожу по Советской и вижу, действительно появились портреты наших выдающихся советских военачальников, которые выиграли войну вместе с народом, появились новые интересные плакаты, мы с магазинами работаем, мы говорим, что, ребята, понятное дело, что у вас есть необходимость рекламировать свою продукцию, но к такому святому празднику вы, пожалуйста, немножечко свои там, извините, рекламные там купальники, платья, золотые украшения уберите в сторонку, потому что от этого ваш бизнес не пострадает, а
люди действительно будут проходить по Советской и благодарить. Будет настроение и дух, да, собственно, да, праздника. И кого-то даже, может быть, из молодых людей, которые, признаю, далеко не всегда на Советской ведут себя так, как подобает, вот эта атмосфера будет останавливать и настраивать на правильный лад. Поэтому мы работаем. Александр, спасибо вам большое за вопрос. И вот те недостатки, о которых вы говорили, максимально к Дню Победы город постарается устранить. Я думаю, к 9 мая тоже город придет. Да, да. Тем более, что потом, после прохождения по площади Ленина, те, кто не смогут вот на площади Ленина увидеть парад, смогут посмотреть на строй военнослужащих, когда они будут проходить по Советской. А проходить они будут после площади Ленина до улицы Правды. То есть практически большую часть Советской коробки военнослужащих будут маршировать. Единственное, у нас только на Пушкинской кадеты свернут и пойдут к себе в кадетское училище по понятным причинам. А все остальные практически большую часть Советской пройдут. Поэтому за вопрос вам и за позицию спасибо. Дмитрий Владимирович, ну вот несколько вот продолжая вопрос Александра, вот как раз о состоянии, да, ну уже теперь не дорог, не домов. Хотелось бы немножко поговорить вот как раз о мемориалах. Накануне мои коллеги делали материал о состоянии вечных огней в нашей области. Тем более, что вчера началась реконструкция обслуживание вечного огня в парке «Салют Победы». Предлагаю посмотреть материал и приступим к обсуждению. Вечный огонь в парке «Салют Победы» помещают в капсулу. До окончания профилактики он будет находиться в губернаторском историко-краеведческом музее. Эти работы плановые. Специалисты уже извлекли детали газового оборудования, которое необходимо очистить от нагара. Когда все работы будут завершены, пламя вернут в горелку. Ориентировочно это произойдет 5 мая. 2 года назад в России провели первую масштабную перепись вечных огней. Оренбургская область заняла 2-е место в стране по количеству мемориалов. Тогда и выяснилось, что из более чем 200 объектов постоянно работают только 19. Часть закрыта на реконструкцию, единицы пришли в негодность, а большую часть отключают из-за экономии. И вечный огонь зажигается только по праздникам. По стране невечных огней остается 78%. К ним не подведен магистральный газопровод. Только по большим праздникам горелки подключают газовый баллон. Такой путь муниципалитеты выбирают из экономии. Из-за большого количества мемориалов в каждом районе, их десятки, сумма нагорает в год не малое, около 1 000 000 рублей. К территориям, где вечный огонь горит только в памятные даты, относится и Акбулак. 2 года назад на площади вместо асфальтовых ям появилась плитка. В ближайшие несколько месяцев там будут проводиться еще ряд ремонтных работ. После них в районе планируют все-таки подключить монумент к магистральному газопроводу. От вечного огня отказались этой зимой в Матвеевском районе. Причина – сложная финансовая ситуация. И эта проблема настолько распространенная, что сегодня на федеральном уровне предлагается снять вопрос об огромного количества негорящих вечных огней, приняв поправки в законодательство, где разграничиваются понятия «вечный огонь» и «памятный». И уже не требовать от муниципалитетов ответа, почему горелки потушены. Огни памяти, они будут гореть только в праздничные мероприятия, и там будут четко прописаны праздники, даты, в какие именно дни эти огни, каким образом, кто зажигает, от какого оборудования. Все это будет прописано в рекомендациях. Это «Обратная связь», и мы продолжаем. Дмитрий Владимирович, ну откройте секрет, но действительно ли вот огонь из вечного огня хранится несколько дней в губернаторском музее, его не перезажигают заново? Нет, это абсолютно правдивая информация, которую мы сейчас с вами посмотрели. В этом же есть не просто... Ну, это какой-то сакральный смысл, символ. В общем-то, да. Я поэтому символ, спрашиваю, да, это действительно символ, ли так? Понимаете, это действительно так, и огонь хранится в губернаторском музее, и потом, после реконструкции, вынужденной реконструкции, от этого никуда не деться. Я понимаю, что у нас сейчас много сердитых горожан, и кто-то может сказать, вот, погасили вечный огонь, но для того, чтобы он действительно был вечным, все газовое оборудование надо ремонтировать, и, соответственно, было принято такое решение. Я напомню, что за порядок в парке «Салют Победы» отвечает правительство Оренбургской области. Это частичка губернаторского краеведческого музея, и даже приведение в порядок парка – это забота органов исполнительной власти области. Мы там проводим и осенью, и весной субботники для того, чтобы вот особенно весной побыстрее парк привести в хорошее состояние для подготовки к Дню Победы.
Поэтому огонь сохранен. И к 9 мая, конечно, вечный огонь вновь запылает в парке «Салют Победы». То, что касается вот, в целом мемориалов. Вы знаете, я бы вот этот вопрос все-таки разделил на две части. Вот такую моральную и практическую часть. Вот с точки зрения вот, воспитательного аспекта, просто с точки зрения нашей ответственности и памяти перед поколениями победителей, конечно, вечный огонь должен быть по-настоящему вечным. Он должен гореть всегда, как символ, как память. Он должен беречься. Туда же мы знаем, к вечному огню приходят молодожены. Туда приходят все официальные делегации, которые приезжают к нам в Оренбургскую область, возложить цветы, склонить голову перед памятью погибших оренбуржцев. Поэтому вечный огонь потому так и называется. Он вечный, с одной стороны, что он всегда должен гореть, с другой стороны, вечный, что он навеки в памяти, в сердце, в душе каждого человека, и россиянина, и наших гостей. А с практической точки зрения, статистика. Это и дорого. Вот давайте так вот. Нельзя на этом экономить, по большому счету. И вот то, что сказал уважаемый журналист, что вот из-за экономии там гасит, это не совсем верно. Вот официальная статистика. У нас в Оренбургской области 232 мемориала с вечным огнем. 232. Действительно, 19 из них горят постоянно. 17 получают топливо газовое от магистральных газопроводов. И 2 постоянно на газобаллонном оборудовании. Остальные у нас действительно работают в период праздников. Из них 202, вот из 232, 202 работают на праздники от газобаллонного оборудования. То есть постоянно менять газовые баллоны, вот даже технически это достаточно сложно, именно поэтому вот их встречают да, только на праздники. Кто-то скажет, ну давайте мы подведем магистральный газопровод каждому. Я думаю, что со временем это будет решено. Но здесь есть два вопроса. Это действительно вот не сам газ даже, а вот подведение оборудования – это весьма дорогостоящая процедура. Плюс для того, чтобы газ подвести, ведь фактически нужно полностью вскрывать площади. Вот ту самую брусчатку замечательную, которую мы видели. Да. То есть здесь надо полностью вскрывать. Это очень серьезные затраты. И, хотя, еще раз подчеркну, жалеть на память деньги нельзя. Но когда у муниципалитетов у тех же самых встает выбор, деньги направить на ремонт квартир ветеранов, участников Великой Отечественной войны, в первую очередь это главная наша ответственность перед живущими победителями, то, конечно, деньги в первую очередь направляются на это. Но мы постепенно будем работать над тем, чтобы вечные огни все-таки были вечны. И по Матвеевке вот этот сюжет давно как бы прогремел, и даже на федеральные каналы он вышел. Там ситуация немножко другая была, и в Матвеевке тоже будет вечный огонь, там прекрасный мемориальный комплекс. Поэтому вечные огни есть, они будут, и их надо сохранять, и побольше их делать действительно от магистральных газопроводов. Ну, то есть, ну, в принципе, как бы вот на вот этот промежуток, пока они до конца не подведены к магистральным газопроводам, вот эта идея невечного памятного огня, в общем-то, имеет место подумать, быть. Надо подумать. Вы знаете, я все равно больше, конечно, сторонник наименования «вечный огонь». И нам надо стремиться к тому, чтобы их всех обеспечить топливом на постоянной основе. Тем более, надо понимать, что подавляющее большинство этих мемориальных мест строились в советские времена, когда о стопроцентной газификации территории мы даже и мечтать не могли, хотя газ тогда шел в Европу, а у нас большинство сел, сельских населенных пунктов были просто не газифицированы, по большому счету. Вот уже в 21 веке этот вопрос решили, поэтому всему свое время, но вечный огонь, он должен быть вечным, как вечна наша память. Напоминаю, телефон прямого эфира 43-45-07. Сегодня мы говорим о подготовке области к празднованию Дня Победы. Дмитрий Владимирович, вот как раз несколько слов вы сказали о том, что если стоит выбор между вечным огнем или ремонтом квартир ветеранов, конечно, приоритет вот квартир ветеранам. Как решены сейчас социальные проблемы ветеранов Великой Отечественной войны? У всех есть жилье, да, вот несколько лет назад, к 65-летию Победы, да, то есть был указ президента всех обеспечить жильем. Решен ли этот вопрос? Состояние жилья, ремонт, если это необходимо? Там об этой работе хотелось бы. Этот вопрос в динамике. Этот вопрос в динамике. И вообще, вот если так вот сухими цифрами статистики говорить, то вот у нас в реестре на улучшение жилищных условий на 1 мая
стоит 85 ветеранов Великой Отечественной войны. Сразу подчеркну, что к категории ветеранов у нас относятся не только вот непосредственно участники Великой Отечественной войны, коих, я уже сказал, 1322 наших земляка уважаемых. У нас относятся труженики тыла, 21 720 человек у нас таковых наших товарищи, относятся узники, несовершеннолетние узники концентрационных фашистских лагерей, их 181 человек в Оренбургской области, относятся вдовы и вдовцы участников Великой Отечественной войны, их без малого 5800. То есть вот такая большая категория. Поэтому вот из общего количества ветеранов, это более 23 тысяч, 85 состоят в реестре. Это действительно есть. Вынужден перебить вас. Давайте прервемся на рекламу и после нее расскажем как раз обеспечение ветеранов жильем. Итак, мы продолжаем обсуждение в прямом эфире, подготовку к празднованию Дню Победы в Оренбургской области. Вместе с нами Дмитрий Кулагин, вице-губернатор, заместитель председателя правительства Оренбургской области. Дмитрий Владимирович, перебил вас на том моменте, когда вы начали рассказывать об обеспечении ветеранов жильем, в целом вот о социальной обстановке наших ветеранов. Давайте. Ну, прежде всего, не удержусь и покритикую любимый телеканал. Вот на такую тему из передачи рекламу можно было бы и убрать. Ну, мы проговорим с рекламной службой в этот момент. Хорошо. Хотел бы вернуться к ветерану. Тема очень деликатная и трогательная. То, что касается обеспечения жильем, вот действительно 85 человек состоит в реестре. И вот каждый год этот реестр пополняется. Но я вам скажу, почему. Кто-то сейчас покритикует и скажет, 72 года прошло с Дня Великой Победы, а до сих пор мы обсуждаем вопрос обеспечения жильем ветеранов Великой Отечественной войны. Во-первых, все, что касается обязательств для 85 наших земляков, этот вопрос в этом году будет решен. Но это вовсе не означает, что вот 85 наших уважаемых людей не имели жилье на протяжении всех 72 лет. Конечно, нет. Просто у каждого своя ситуация. Человек может продать жилье и переехать жить, да, или в меньшее, или там к своим родственникам, к детям. Кто-то попадает в эту очередь, переехав из другого субъекта федерации, поскольку возраст уже почетный, и лучше жить рядом с детьми, чтобы помогали они. Продал там жилье, приехал, живет, соответственно, там со своими родственниками. Автоматически, и вот, да, и автоматически он попадает в эту категорию нуждающихся. Но есть четко установленный порядок. Деньги выделяются, я обращу внимание, из федерального бюджета. И вот на 2 мая Министерством социального развития нашей Оренбургской области из 85 74 ветеранам уже выданы сертификаты на приобретение жилья. Причем я скажу, что уже в их числе два инвалида и два участника Великой Отечественной войны, и уже 6 ветеранов из этого вот числа, из 74, уже им оплатили приобретение жилья. Поэтому этот вопрос решается, что называется, с колес. Никаких здесь проволочек и волокиты быть не может. На очередь вот УВ или реестр УВ объективно пополняется. Но я хочу отметить, что у нас еще существует губернаторская программа оказания помощи ветеранам Великой Отечественной войны. Обращу внимание, это 23 тысячи человек наших земляков, не только участники Великой Отечественной войны, а и труженики тыла, другие категории. Да, это областная программа, когда выделяются деньги на ремонт. Мы четко работаем с социально ориентированным бизнесом для того, чтобы руководители предприятий, как это всегда было, заботились о своих сотрудниках, ушедших на заслуженный отдых и вот относящихся к этой уважаемой категории. Поэтому у нас есть прекрасные примеры, когда предприятия, допустим, на западе области, Роснефть, в Орске, Орскнефть, Оргсинтез, Газпром предприятия в Оренбурге и менее, не такие крупные предприятия заботятся о своих сотрудниках, которые сейчас отдыхают, и помогают им в ремонте квартир. Поэтому бюджетные деньги, деньги предприятий,
деньги спонсоров, если хотите. У нас депутаты активно участвуют в реализации этой программы. Поэтому этот вопрос на особом внимании. Ну, а в целом социальное вот состояние, социально защищенность ветеранов, есть какие-то вот нарекания, какие-то просьбы, какие-то пожелания от ветеранов обращаются? Вы знаете, ну, такие вопросы, наверное, всегда будут. Вот сказать, что прям вот рай построили, и все вопросы решили, ну, это, конечно, будет лукавством. Конечно, нет. Во-первых, возникают какие-то новые проблемы. Во-вторых, уважаемые ветераны могут сталкиваться с какими-то новыми жизненными ситуациями. К сожалению, может с возрастом и возраст какие-то новые, извините, болячки добавлять, увы. Поэтому, конечно, люди обращаются с вопросами. Причем зачастую ветераны обращаются не только со своими просьбами. Это же особое поколение, которое думает и о будущем. И ветераны приходят с просьбами помочь молодежи. Причем не только там своим родственникам, а просто обращают внимание на необходимость более сильной патриотической воспитания. Конечно, люди. Это же суперактивное поколение, нам на них равняться. Заботиться о своих внуках, о своих детях. Поэтому проблемы есть, но программы работают у нас традиционно. И выплаты участникам Великой Отечественной войны осуществляются в преддверии Дня Победы. И оказание материальной помощи там не денежного характера. Жизнь движется. Самое главное, что вот на ветеранов обращают внимание не только 9 мая, не только в майские праздники. Потому что, ну, есть такое мнение, да, что вот, мол, 9 мая прошло, и опять забыли о ветеранах. Ни в коем случае. Вот если кто-то такой компанейщиной занимается, губернатор всегда старается поправить, и глав муниципальных образований, хотя с их стороны полное понимание мы встречаем. Невозможно, как 8 марта женщину любить на руках носить, а потом завалиться на диван и вообще не обращать на нее внимания и не помогать ей. Это неправильно. Поэтому точно так же и с ветеранами Великой Отечественной войны. Вообще с этой темой, с нашей памятью. То есть это должна быть системная работа. Вот мы же сталкиваемся с недоработками, допустим, в патриотическом воспитании. К сожалению, эти корни, они вот уходят в 90-е годы, и не сейчас эта проблема появилась. Мне просто приходилось сталкиваться там с учебниками там 90-х годов, когда у меня просто волосы на голове шевелились от того, что там федеральные учебники предлагали. И низкий поклон нашим учителям за то, что они вот своей душой вот те изъяны в стандартах образования 90-х выравнивали и действительно вели эту работу серьезно. Сейчас все по-другому. Посмотрите, ведь у нас и дух поднимается, укрепились вооруженные силы. Одна акция «Бессмертный полк» чего стоит, конечно, когда конечно. И, тысячи горожан выходят. Да, и наши защитники, люди в погонах, они совершенно по-другому себя чувствуют. Заканчивается, к сожалению, время нашего эфира. Вот не хватило нам из-за рекламы немножко обсудить, но давайте подведем тему интерактивного голосования. Итак, какие же мероприятия помогут сохранить память о Великой Отечественной войне? Это состояние мемориалов, воспитание или искусство? И вот большинство все-таки говорят о воспитании. Ну, наверное, в общем-то, это вот то самое комплексное, да, о чем мы говорили, потому что воспитание без искусства и воспитание без сохранения памяти о тех же мемориалах, на том же вечном огне, наверное, невозможно. Это была программа «Обратная связь». Сегодня вместе с нами был Дмитрий Кулагин, вице-губернатор, заместитель председателя правительства Оренбургской области. Мы говорили о подготовке Оренбуржья к празднованию Дня Победы. Приходите обязательно на парад, приходите на все праздничные мероприятия. Но если не получится, смотрите все это в прямом эфире нашего телеканала. Спасибо, Дмитрий Владимирович. Спасибо. С наступающим праздником, нашим уважаемым ветеранам доброго здоровья и долгих лет жизни, а нам быть достойным этой памяти, подвига и не подводить ветеранов и нашу страну. До встречи в эфире.